Всем привет, уважаемые подписчики моего канала. С вами Задрот с утра левела. Сегодня я продолжаю проходить игру под названием Call of Duty Modern Warfare 2. Обеспечьте поддержку, окей? Откуда? Куда? Сюда? А, отсюда можно, окей. Ух ты ж, ёпта. Блядь, да кто там кидает-то, ёб твою мать. Че, дебилы, блядь, что ли? Вот вам, блядь, на нахуй. Вот и все, суки, блядь, твари. Пошел ты, урод. Сори, сори, братан. А им просто своих работает еще.
Ой, блядь, прилетело здорово. Сейчас меня еще убьют. Будет вообще прекрасно просто. Как курица. Откуда, я не пойму. Сучонок. Давайте, пацаны. Это... Это какой-то рофл был или чё? Бежим к вертолету быстро. Ой, бля, как ты не зацепился, урод? Я пытаюсь, пацаны. Бегу, бегу, бегу. Ебой. Подлодки.
Атакуйте. Ну, атакуй. Такой голос прикольный. Уф. Тут это жесткое оружие. Давайте сойдем, походим. Не, у этого разброс большой очень. Это вообще говно. Тут это рашить прям можно. С фармгана. Ой, сори. Вот это я ждал. А не говно какое-то. Параш. Здорово. А сейчас танк взорвется, пацаны. Это Брукнер, окей. Медик АЕ. Взрывайся. Хорош, пацаны. Давай. Не, хотя бейте вон там, да? Дам врача мне патроны. Да ты говно, что ли? Мне патроны нужны.
Да ты стоишь там, алло, Вайс. Все, пацаны, я без патрончиков. А я сейчас пистолеты все расстреляю и так. Да сдохни ты. Вам придется юм взять. Ну а в голову тупо, тупо в голову. Тупо здорово. Я чё, калаш не мог раньше, ладно, я буду с юмпом ходить. Где ты? Как тебе пройти? Ну, Рафу. Вы только заходите или мы выходим? А, выходим. Ты пройдешь, придурок? Там тоже окей. Бежим. Это сюда, да? Все, типа-то нет, убили его. А это совсем другие. Опа, это ему в воде. Прикольно. Все окей, пацаны. Тот, куда мы идем, это непонятно. Идем. Плывем. Все, высаживаемся.
О, опять ты Мактавиш. Картавиш. Погнали. Отдать ее. Сбить его нельзя никак, он базука просто. О, хост, опять ты. Перехватили вражеские переговоры. Похоже, там гости. Переходим к плану Б. Установить взрывчатку на тела. Наряды на месте, сэр. Поднимись повыше. Мы нападем на них, когда они найдут тела. Окей. А тут снайперка есть. Картавишь? Ну-ка давай, вот сюда. Там патруль. Не стреляй, пока не подойдут ближе. Окей. Да пошел ты с гранатой. Где ты вертолет слышал? Ну непонятно где пока что. Я его сейчас собью. Где он? Опа! Лучше бы ты не выходил. Я чё, не попал? Орать через стену, шмалять. Да иди ты сюда, на. И тут такой поставился, на. Солянова. Вот такой, оп-оп-оп-оп. На. Тут такой, оп-оп, здорово. Тебе тоже привет. И тут такой, по лестнице поднимайся. Да тихо ты, Картавиш, дай пройду. Ой, Картавиш. Ну я уж говорю, Картавиш, блин. Не-не-не-не, братан. Пошел ты в жопу. А как тут сзади. Как тут сзади чувак оказался, если сзади меня там 20 человек шло. Боже, какие тупые эти боты, которые за меня. Где им? Вот, раз, чувак, все. Где мои остальные? Где мои? Где? Вот. Почему? Вот еще там снизу. Как они не могут увидеть просто?
Ты меня убил тогда, на тебе. Почему? Ой, сори. А им плохо работает. У меня тоже тепловизор ведь был, я помню. Ой, сейчас бы еще троих бы положу. Да мне тоже дым не помеха. Ой, сори, да сори. Блин, достали. Вот тут вроде был, да? Вот тут. Да. Там октавит. Да как пройти там? Откуда, вот откуда мы прошли, откуда ты? На. Сейчас, да. Сори, пацаны, вылетело. Бандикам что-то вылетело. Я так понимаю, мы будем сейчас стрелять с вертолета. Правильно я понимаю? Все. Думаю, на этом на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи, всем пока.